Скажите, пожалуйста, вы готовы? Вы точно готовы? 4 ноября в рамках мероприятия «Подмосковье многонациональное» в парке Малевича прошла ночная двухэтапная эстафета, в которой приняли участие около 200 человек. Сегодня у нас проводится Dark Relay, трейловая ночная эстафета, она проводится впервые. Мы решили немножко разнообразить такую спортивную активность. И у нас одновременно и эстафеты, и одновременно все проводится в ночных условиях. То есть у нас на дистанцию выбегает два человека, они передают друг другу эстафету. Дистанция составляет 5 километров, эту дистанцию продлевает каждый из этапов. Участниками эстафеты стали не только жители Одинцовского округа, но и профессионалы и любители из Москвы, Подмосковья и других регионов России. Город Балашиха. Вот, приехали сюда на эти замечательные соревнования. Уже не первый раз приезжаем на неоткрытые края. В прошлом году мы всю серию пробежали. Да. В этом всю серию не получилось, но вот приехали на заключительное в этом году. Подробный инструктаж, энергичная разминка, заряд энергии и отличное настроение. В зависимости от уровня подготовки можно было выбрать один из 6 маршрутов – от легкого и короткого до сложного и продолжительного. Обязательное условие – наличие фонарика на голове. Я сегодня еду по дороге из Ярославля в Смоленск и по дороге решил заскочить, побегать. Ну, я мастер спорта, для меня сложных дистанций не бывает. Для меня бывает только интенсивность, с которой я бегу. Соревнования совместили в себе элементы кросса, спортивного ориентирования и горного бега. Участникам предстояло пробежать определенные маршруты по природному рельефу парка в свободном темпе. Ну, я бегу с подругой и ради удовольствия скорее. Вот. Ну, конечно, было приятно тоже побороться за что-то. Не обошлось и без призов от спонсоров мероприятия. Забег в парке Малевича стал завершением сезона Кубка по трейл-раннингу, который проходит в лесных массивах Подмосковья уже 5-й год. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».